С вами Ксюша. К сожалению, Алисы нет. И без нее, наверное, Бог не получится. Она греха. Итак, сегодняшняя тема – фильмы ужасов. И я воспринимаю их страшно, просто вообще мрачно. Последний раз я смотрела фильм, к примеру, вот так. Ну, наверное, вроде так. Наверное, иначе. Она все-таки как-то фильм ужасов воспринимает нормально. Ну, Олеся бы вроде как вот так бы и посмотрела бы фильм нормально, как-то так, и вовсе не так. Ну, а как бы? Ну, ну вот как-то так посмотрела. Да, я тут отходила просто. Ну, твои воспоминания я не видела, ну, правда... Да, твой диск просто страх. А бывает и хуже. Ты не представляешь, это на весь дом, на всю девятиэтажку. Да. У тебя прям девятиэтажный коттедж? Ну, представь себе так. Я даже мечтаю, чтобы из всех квартир выселились люди, и все это мое было. Я брала на тебя. Но сейчас у нас все-таки фильмы ужасов. Ага. Я воспринимаю фильм ужасов страшно как-то. А, просто диск такой, капец. И возможно, ты хотя бы сильнее фильм ужасов смотришь. Ну, раз что так, тогда ладно. И вопрос на сегодня. Как вы воспринимаете фильмы ужасов? Плохо, хорошо? Да. Или боялись? Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на наш канал. И оставайтесь такими же позитивными. Ладно, всем пока. До скорых встреч.